Одинцовские единороссы приняли участие в презентации книги «Незримый фронт. Битва за Москву», рассказывающей о жизни в тылу во время Великой Отечественной войны. Вместе с молодогвардейцами и местными сторонниками «Единой России» они поддержали мероприятие в рамках реализации партийной инициативы «Историческая память». Данную книгу передали заведующей Одинцовской библиотекой номер 1 Анне Бочковской.